День открытых дверей для волонтерского десанта прошел в Магаданском областном центре образования номер 1. Этот проект проводится учреждением совместно с лицеем имени Крупской и региональным центром мониторинга здоровья. Волонтеры посетили детей с ограниченными возможностями. Основная цель такой акции – восполнить недостаток общения у особенных ребят, рассказывают организаторы. Первая, наверное, причина – это пандемия, из-за которой прекратилось немного общение именно вживую. Второе – это то, что наши дети все-таки должны стать равными людьми в обществе. И данная задача сегодня с помощью волонтеров сделать, конечно же, общение и помощь в участии в различных мероприятиях, чтобы наши дети видели, понимали, что они могут достичь больше успехов, чем на сегодняшний день. С помощью волонтеров сотрудники Магаданского областного центра образования номер 1 планируют также организовать спортивные мероприятия. Внимание уделят и участию ребят во всероссийских, региональных и областных соревнованиях и творческих конкурсах. И самое, наверное, главное для наших детей – это дать общение, дать им ту любовь, которую могут дать сегодня дети их возраста. Чтобы наши дети понимали, что они такие же, как все. Чтобы наши дети понимали о том, что они достойны жить в нашем обществе, что сегодня для них многое делают, что их самое главное – любят. В Магаданском областном центре образования номер 1 обучаются более 200 учащихся, около 150 из них с инвалидностью. По словам специалистов, в основном это дети, которые воспитываются родителями-одиночками. По медицинским показаниям они имеют умеренную умственную отсталость, поэтому специалисты запустили такую акцию, чтобы сблизиться с особенными детьми. Ну, во-первых, я хочу поблагодарить всех участников данного проекта в рамках десятилетия детства. Мы сегодня запускаем проект инклюзивного образования, элементов инклюзивного образования, когда у нас ученики общеобразовательной школы, школы имени Крупской, посещают школу, нашу школу, где у нас учатся детки с особенностями в развитии. Данный проект, я думаю, что это очень серьезный шаг, потому что мы снимаем границы между здоровыми детьми и дети с ограниченными возможностями. Проект начнет свою работу с 1 сентября. В Магаданском областном центре образования номер 1 прошла первая ознакомительная встреча ребят с волонтерами. Организаторы акции отмечают, что такое движение сблизит детей, расширит их кругозор и поможет найти себя в будущей профессии.